Всем привет, дорогие подписчики, вновь прибывшим и коренным. Вы на канале Айкубики, с вами я, Макс Мастер. На нашем канале, давно не говорил, мы купили старый домик в деревне и его реставрируем, так под новый уже, утепляем здесь, модернизация, все новое, отопление. Так что, кто вновь прибывшим, смотрите, здесь обалденный домик делаем. Сегодня приедет ко мне профессионал Александр, сантехник мой друг. Там Евгений и Витя должен приехать, посмотрите. Они приедут. Это сантехники. Поставим два фильтра таких, чтобы уже была водичка чистенькая, потому что сразу скважина была чистая, а сейчас уже со временем она такая желтоватая. Видимо, железа много. Ставим два фильтра. Потом, смотрите, понакупали трубы. Будем менять выход воды на полив, на улицу. Там оказался короткий из-за того, что мы утеплили дом. И там десятка получилась толщина. И потом еще будет садинг. Нам надо увеличить. Будем выводить под посудомоечную посуду. Трубы и под стиралку. Еще мы же, смотрите, здесь всяких приспособлений. Вы увидите. Все будет в процессе. Еще мы с Женькой купили на кухню вот такой смеситель. Качественный, хороший. Здесь там еще такой шланг идет гибкий. Будем устанавливать. Чего мы его купили? До того, как сделаем кухню. Потому что тот старый смеситель, который у нас сейчас стоит. Когда включаешь, где-то утром я собираюсь на работу, Женя спит. Включаешь этот смеситель, там он просто так шумит, как будто, я не знаю, тут МЧС приехала и работает, шумит, там брызгает. Ну, смысл того, что очень громко шумит. Поставим этот и посмотрим. Я надеюсь, он будет работать тише. Так что будем ждать сантехника. Смотрите, сегодня, я думаю, будет весело, прикольно и познавательно. Такой смеситель у нас кончелыжный, как бы. Смотрите, какой новый. О, если черным покрасить по очереди. Белый, черный, белый, черный. Можно на дороге заработать бабки. Смотрите, сейчас покажу, какой был. Вот видите? Там неудобно, он низко. Этот, видите, высоко будет. Классно. Надо где-то кастрюлю большую сделать или ведро. О! О! Замечательный будет. Блин, ну он в отверстие мне влезет. Ладно, это посмотрим. Вот такой классненький. Смеситель старый убрал. Женька сказал здесь помыть. Помыл. Это не отдирается. Видите, здесь капало уже давно, просто я не замечал. Это хорошо, что я услышал гидрофор. Это заменные доски, хорошо. Я их могу заменить и сделать уже нормальный пол. А так бы мог бы грибок образоваться и было бы кирдык. Смеситель убрал, вот это открутил, смотрите. Вот нам предстоит вот это поменять. И здесь будут фильтры стоять. Но я не знаю, может здесь где-то фильтра сделать. Смотри, сука, здесь паутина, ого. Здесь фильтра, это надо будет мне что-то придумывать, что такое для обслуживания, чтобы я обслуживал их. Знаете, чтобы так дверьку открыл, обслужил, фильтра поменял и назад. Сантехники в пути, в пути. Здесь я с Женей все спорил, говорю, надо кабель специальный. Здесь у него Женя будет, смотрите, мойка, посудомойка, мойка, посудомойка. Там плита. Духовая, то есть духовая печь, сверху плита будет. Мне электрик сказал просто с этой розетки сделать не одинарную розетку, а двойную. Главное не включать посудомойку и вместе, допустим, духовую плиту. Потому что на духовую плиту, видите, кабель надо отдельный, такой мощный. Он очень сильно много тянет. Ну, здесь тоже не маленький, не обычный, ну, перестраховались, как говорится. Все, будем ждать, сейчас это все будет обрезаться. И припаиваться новый. Будем здесь такие завитушки. Смотрите, там за стенкой у нас под лестницей будет стиральная машина. Сюда мы будем кидать трубы на стиральную машину. Это холодная вода пойдет.
И оттуда пойдет канализация сюда. Мы ее сделаем. И хоть бы сюда не надо было лезть. Я думаю, что сюда надо будет лезть. Так что, покуда они едут, я, наверное, эту доску беру. Вот так потихоньку, пока они приедут, я все подготовлю, чтобы ребята приехали, и мы сразу начали работать. Еще я растаплю, смотрите, наш каминчик. Закинул такое, блин, поленище. Чтобы его не рубать, думаю, зачем рубать, если можно просто закинуть, оно будет просто тлеть, гореть и будет тепло давать. Уже жара капец, здесь возле камина невозможно. Вот здесь стекла, сейчас отодвину. Не прошло и миллион лет, как они прибыли, наконец-то, я уже все переделал. Здорово, вот ты здесь сегодня будешь. Без камеры ты уже выйти не можешь. Но... Смотри, что я выращиваю. О! А? Это что, столько царевн у тебя будет? Да. Всех целовал? Подходим, выбираем царевн. Что, тебе не нравится? Я бы ту. Раз, два, три, четыре, заверни пять, шесть, вот семь, восемь. Эпидемия. Эпидемия! У нас фирма серьезная, у нас все под защитой. Что тут, жаб разводить? Двери наставил, видишь, что творит, а? Так сейчас давай зажарим. Говорю, утеплять надо, а он тут подкрывал все на зиму, чтобы проветрить. Какая зима еще. Ну что там, где? Что у вас случилось? Идем. Позашивал. Не, а что мне делать? Смотреть? Ляпота. А этот смотри, а? Второе видео, когда он приходит с чемоданами, а толку никакого нету. Будет, а что, солнце было в Остроме? Так это же защита. Понял. Маска, очки. От камеры защита. Новые, новые кроссовки. Были. Блин, а теперь реклама. Вера, надежда и любовь. Это самый. Недавно было это, праздник, кстати. Я не знал, что праздник. Вот, смотрите, сука. Сантехстрой начал работать. Плевок? Нет, даже без. Не плюешь? Вот, смотрите, сука, сука. Слышишь, а мы, наверное, эти ж говорили не будем. Реально сделать, чтобы камин куда-то, ну, другое помещение куда-то. Не закрывается здесь? Нет. В бане, слышишь, в бане и холодильник. Я еще в куртке сижу, блин, что-то думаю, так жарко, пипец. Смотрите, мы паяльник можем включим. А надо что, удлинительнее. Ну а как там паяльник, конечно. Паяльник. Все, сейчас пойдем, смотрите. Сразу не успели приехать, говорю, давайте, может, покушать. Нет, давай, Макс, работать. Женек, Женек распаливает мангал. Камин такую я не кидаю. Вот. Не поцарапай. Слышишь, если сделать полосочки черные, можно заработать этим шлангом. Ну потом, потом закрутим его, не надо, поцарапаешь. Так подождите, мойка тут и остается? Мойка, да, пока. Так там же есть прокладка, что ты ее не достал. Ну там, которую закручиваешь, там пластмассовая это. Что пластмассовая? Прокладка в этом была. Ну. Ты достал? Он ничего не понимает. В шланге, внизу была прокладка, в белом. Прокладка, ну. Нет. Там без прокладки будем ставить? Там пластмассовая специальная такая запорка. Но специальная прокладка, чтобы он дальше не уходил. Ну, доставать ее надо? Не, покажи. Ну вот, крути. Это Виктор мне такую балду подогнал. Вот этого достаем, да? Не, не, вот эту. Это заглушка. Это заглушка. Ну. Так доставай, зачем ты засовываешь? Тебе вода надо? Затупил и не знает, как выкрутиться. Это фильтр стоит. Фильтр? Это же серьезная фирма. Так а что она фильтрует там? Ставим его, знаешь. Покажи ему. Боже, давай достанем. Тихо, сам сомневается, наверное. Говорю. Дай ножа. Все. Ножа я тебе могу дать только это, как его. А, ну идет. Но если шум будет, Санек, ты будешь платить за это смеситель ты. Так смотри, какой гламурненький. Так а при чем тут гламурный? На, иди и чисти. Ладненько, все, сейчас будем начнем делать. Дал, это уже. Так, смотрите, паяльник. Процесс идет, смотрите, побрезали все. Вот так фильтра будут торчать.
чтобы потом обслужить, там стеночка зашивается, будет все идеально. Получишь, Женя, потом? Понял. Ужасные люди. Вот, смотрите, это вывели. На улицу воду. Все пока замечательно. Видите, идет вода с улицы, фильтруется, в ванну пошла, в бойлер, и там тройник идет. Зря ты бояльник на спину ложил. Пусть люди знают, кто это. Смотрите, не дадут сказать ни слова. Нормально прожарили тебя или нет? Ужасно. Ребята, ужасно. Жарко им, кстати, не жарко было. Все, будем работать. Смотрите. Водичка есть. Сантехник умывается. Принимают результаты. Показываем. Смотрите, новый смеситель. Замечательно. Смотрите, включаем. Большая кастрюля, поднимаем. Маленькая, опускаем. Класс. Шатается, когда поднимаем. Не, потому что умывальник будет потом керамический. Что мы здесь делали? Молчи. Смотрите, два фильтра. Не мы, а сантехники. Они очищают. Супер. Смотрите, пошла. Чтоб я объяснил. С гидрофора. Очищает воду. Да замолчите вы, ну господи вы. Вот тут вот как с ними. Пошла в ванну, да? В ванну пошла и в бойлер. То есть у нас уже там чистая вода. Потом сделали ребята тройничок. Тройничок пошел сюда. На кухню. Тоже вода очищается на кухню. На полив. На воду, вода на полив, на улицу, мы через фильтр не пропускаем. Ребята, ну я ж, блин, ну с подпилем. Вы понимаете, что вы перебиваете? В шоке, вот такие у меня некультурные ребята. Все, и здесь смотрите, про... вот только что я про это вот. Смотрите, здесь труба пошла, там у нас будет стиральная машина, канализацию. Я уже сам сделаю, уже, ребят, не буду напрягать, потому что сейчас надо покушать, картошечку сделали. Сашка приготовил, кстати, вкусную там такую, типа подливку. Я тебя возьму сейчас. А, большую? Да, хорошо. Это вот, все замечательно, все классно, все круто. Отвал. Все круто. Так что, кто смотрел это видео, ставим лайки, комментируем, подписываемся. Спасибо большое. Ой, как тяжело. Как с детьми. С ними как с детьми. Доволен.